Системные платы Gigabyte на чипсетах за 390 и 246 теперь поддерживают модули памяти объемом 32 гигабайта. Почти одновременно с компанией Asus, недавно сообщившей о том, что ее системные платы на наборе системной логики Z390 теперь поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти, подобную информацию опубликовала компания Gigabyte Technology. В сообщении компании Gigabyte сказано, что ее системные платы на чипсетах Z390 и Z246 теперь поддерживают установку небуферизованных модулей DIMM объемом 32 ГБ, что соответствует возможности включить 128 ГБ АЗУ в систему на плате с 4 слотами. Ранее такая возможность была только в случае плат для рабочих станций, поддерживающих буферизованную память. Обновление для некоторых моделей плат уже опубликовано на сайте производителя. Компания обещает, что в ближайшее время оно станет доступно для всех остальных моделей.